Феи, принцессы, храбрые рыцари и лесные звери. Дети любят представлять себя сказочными персонажами. А новогодние праздники – лучшее время для превращений. Девочка с голубыми волосами – прекрасная Мальвина. Маленькая Аня Черникова. На елку мэра она с мамой приходит уже не в первый раз. Однако каждый год ждет это событие с нетерпением. Очень сильно ждали, ей очень нравится елка. И настроением хорошим, за подарком пришли. Танцевать, да, сказала, будет стихи рассказывать. Пригласительные на елку, они же билеты на новогоднюю премьеру театра кукол, спектакль «Чудеса с доставкой на дом». Это постановка по мотивам произведений известных детских авторов Аркадия Хайта и Эдуарда Успенского. Жизнь обычного мальчика Васи Ватрушкина меняется кардинально, когда он встречается с Дедом Морозом. Главный волшебник исполняет все его желания. Раз ты настоящий, делай так, чтобы мне жить было интересно. Только чудеса все напрасны. Чтобы не делать уроки и работу по дому, мальчик просит в помощь роботов. Друзьям предпочитает компанию пиратов, а оказавшись в русской народной сказке, Вася удивляется, что и там у героев есть дела и заботы. Пройдя удивительные, но непростые приключения, герой понимает, творить чудеса можно и самому. Главное – желание и необходимые знания. Давайте полить добрый рог всему, что мы слыхали. На белом свете без друзей мы поживем не дали. Еще хочу добавить я, что надо быть умелым, что нужно в жизни ценить и заниматься делом. После спектакля в холле детей встречали сказочные персонажи. Утренник продолжился интермедией. Малыши отгадывали загадки, водили хоровод и читали стихи, которые выучили специально для Деда Мороза. Встретиться с главным волшебником мечтает каждый. Солнце зимнее сияет, лед на речке замерзает, лес под белыми коврами, Новый год не за горами. Дети водят хоровод, круг ладошь, тай-тай-тай-тай, Новый год, ты такой хороший. Я хочу встретиться снова с Дедом Морозом. Я его очень люблю, потому что он дает подарки всем. В прошлом году я тоже была на елке, там было очень красиво. И в этом году, по-моему, тоже будет просто замечательно. Каждый ребенок получил набор шоколадных сладостей. Всего в новогодние праздники прошло 4 елки мэра. Их участниками стали одаренные ученики, дошкольники, дети из многодетных и малообеспеченных семей. Всего на таких представлениях побывало более 1000 маленьких белгородцев. Маргарита Платонова, Александр Поддубный, к этому часу Белгород.